Адресирам разделението в българското общество относно войната в Украйна. Ако повечето конфликти имат две гледни точки, то войната има само една гледна точка. И това е страданието на невинните. Историята ще съди агресорите и тези, които ги подкрепят. Русия не е Путин. Руското общество не е Путин. Младите професионалисти, като Анастасия и Полина, са доказателство за това. Без тях Русия е обречена. И Путин е виновен за това. С Путин Русия няма бъдеще. Меня зовут Анастасия, и я живу в Берлине. С 2017 года я активно выступаю против режима Путина, против его коррупции, против его тоталитарных перемен, которые он возит в моей стране, в стране, в которой я родилась. В 2022 году произошло то, чего мы все боялись, и лично почему я уехала из России. Я не хотела быть частью этого ужаса, который происходит там, но я лишь пример некоторых людей, которые могут это сделать. Очень многие люди в России против того, что происходит, но у них просто нет возможности уехать. Пожалуйста, остановите эту войну. Я против нее. И очень многие люди в России, которые остались до сих пор там, тоже против. Посмотрите на эти ужасные фотографии. Это все правда. И то, что говорит пропаганда Первого канала, это вранье. Взрослые люди, пожилые люди, мы, молодые, должны им объяснить, мы должны им показать альтернативную информацию, которая на самом деле происходит. Потому что то, что они видят по Первому каналу, это все пропаганда. Ничему нельзя верить тому, что они говорят. Пожалуйста, попытайтесь рассказать о том, что происходит своим близким. Попытайтесь донести до них это, если вы еще можете. Мы, русские, против войны. Мы против Путина. Мы об этом говорим уже много лет. Но, к сожалению, в тоталитарном режиме невозможно свергнуть диктатора, если все происходит для того, чтобы заставить людей замолчать, бояться или уехать из страны. Мы против этого, и мы поддержим Украину. И война это не просто позор, это позор, который наше поколение, будущее, будут смывать много лет. Меня зовут Полина, я уехала из России. Эту войну нужно закончить. Путин – военный преступник. Россия будет свободной. Анастасия, Полина, благодаря ви, че сте с нас пред руското консулство в Русе. Искам да ви попитам, ако това интервю се случваше в Русия, какви щяха да бъдат последствията за вас? Если бы это произошло в России, то, к сожалению, это можно было бы квалифицировать как госизмена, и каждый из нас посвятил 15 лет в тюрьме. Поэтому мы хотим воспользоваться своим правом свободы слова и сказать то, что мы считаем нужным, потому что мы просто не можем по-другому. И дело тут вовсе не в санкциях или в каких-то личных проблемах, которые каждый из нас может получить, будучи просто из страны агрессора. Дело в том, что мы против этой войны просто по причине того, что война – это плохо. И не важно, что будет потом с нами или с другими людьми, важно, что война – это неправильно, она должна быть прекращена. И, к сожалению, в России это сказать невозможно. Поэтому мы хотим сказать это здесь, чтобы как можно больше людей узнало, что очень многие люди в России считают так же. Просто они иногда не могут сказать, потому что на кону очень много для них. Угу. В любом случае, мы были бы задержаны в России. Угу. Ако можете да кажете нещо на всички украински граждани, които в момента все още са в Украина или вече са в други държави, не по своя собствена воля, а вследствие от войната, какво бихте им казали? Мне очень жаль, что это произошло. И хочется сказать, что мы желаем как можно больше сил и терпения. И мы помогаем, как можем. Например, помогаем беженцам и переводим то, что они говорят на английский и немецкий языки там, в Берлине, на вокзалах. Другими способами, например, моя компания будет им помогать сейчас найти убежище. Мне просто хочется, чтобы все равно чтобы люди в Украине и из Украины понимали, что не все русские плохие. Я понимаю, что это очень сложно, и сейчас, наверное, невозможно об этом просить, но, пожалуйста, поверьте, что мы не хотим этого, и нам очень стыдно за то, что это происходит,
под эгидой того, что это санкционировано Россией, русскими людьми. Это неправда. Это неправда, и война ведется не только против Украины, но и против населения России. Она началась очень давно. Несколько лет уже это идет. Мы просто просим об этом помнить. Ако искате да кажете нечто на вашите русские сограждане, какво би било то? Держитесь, теперь нам всем будет тяжело. И тем, кто уехал, и тем, кто остался. Да, и попробуйте, как я уже сказала в своем обращении, распространить правду как можно большему количеству людей. Если каждый из нас это сделает, и каждый из нас найдет в себе силы и слова, чтобы объяснить то, что происходит, может быть, нам повезет, и кто-то поверит. И это очень важно. Важно не сдаваться. Хотя бывают дни, когда ничего не хочется и нет никакого просвета. Но очень важно помнить, что всегда можно умереть, но жить сложнее, бороться надо.